уже готова. Только можно? Ты только что спрашивала. Да черт тебя подери! Да кто тебя в задницу укусил, а? Ты 100 лет уже возишься, мне холодно. Холодно? Ну сиди в машине. В машине тоже холодно. Давай, чини эту свою помойку. Да я б давно закончил, если б ты мне помогала, вместо того, чтобы пилить. Я тебя не пилю. Да, конечно, дорогая. Если б ты так разводным ключом орудовала, как языком, мы бы уже давно дальше ехали. Ой, ты такой бестолковый, потому-то тебя в армию не взяли. Не можешь не напомнить, а? Муж это Фрэнк, летчик-истребитель. Чарли, муж Маргарет, водит подлодку. Прекрати. А мой муж? Ах, он не годен к службе. Он работает в бакалее. Знаешь что? Сама ее чини, сука вонючая. Эй, помощь нужна? Конечно. Надеюсь, у вас получится лучше, чем у моего никчемного мужа. Ну вот, все готово. Всего-то пару гаек прокрутить. Правда? Спасибо тебе большое, красавчик. Не благодари.